Во время игры тактильные, обонятельные, слуховые ощущения у львят укрепляют связи между членами семьи и помогают выстраивать доверие, уважение и привязанность, которые останутся неизменными на всю жизнь. Как только львята проголодаются, львицам снова придется отправиться на охоту. Я таким голосом говорю по радио. Я переспал с другой. И сколько это длится? Кто она? Но ты должен вернуться. Она отвечает: так они же еще не умерли. В эти 4 дня люди стараются как можно меньше времени проводить на улице. Они сидят дома, занимаются любовью, боятся. По большей части они просто ждут, когда закончится дождь, но он не заканчивается. На неаполитанском говорят «малаква», когда дело принимает дурной оборот. Порочная связь.